Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир. У нас обзор сегодня той новинки, которую я показывал в таком приветственном видео после лета. Это Manta S3400 Casio Oceanus. Часы, ребят, просто чумовые. Даже иначе не скажешь, на самом деле восхитительный дизайн. Смотрите, просто сверкают, просто блестят. Очень красивые часы, очень красивая модель. Сейчас пленочку снимем и посмотрим на них повнимательней. Пленочка у нас снимается с задней крышки аккуратно, так, чтобы можно было потом одеть. И давайте вместе с вами посмотрим на эти замечательные часы. Вот, пожалуйста, Manta S3400. Это продолжение известной Manta S3000. Сказать, что получилось лучше, хуже, знаете, наверное, не получится. Примерно часы одинаковые, функционал одинаков, разный дизайн. То есть обновили дизайн, грубо говоря, освежили модельку и выкатили ее на рынок. Все, что улучшили, наверное, да даже не улучшили, а все, что изменили, это дизайн. Давайте такое некоторое сравнение сделаем между прошлой моделью и вот новой актуальной. Точнее, S3000 тоже модель актуальна, она сейчас продается, но, скорее всего, уже совсем скоро ее снимут с производства. Кому принципиально нравится именно 3000, берите, пока они есть. Первое, цифра 12. Как вы можете видеть, появилась цифра 12 римская. Она очень красивая, мы к ней еще вернемся. И немного изменилось расположение дополнительных циферблатов. Так, мировое время перекочевало с 6 часов на 3 часа. Функции, именно выбор функций и дни недели перекочевали с 9 часов на, получается, это у нас 7-9 часов. И некоторые небольшие изменения, в частности, вот циферблат суточный, дата, собственно говоря, на том же месте осталась. И общий дизайн, он стал более кужальный, более, что ли, свободный. Вот посмотрите, даже на внутреннем безеле часовые пояса появились, раньше этого не было. И, скорее всего, это именно в сторону кужальности часов и, наверное, некоторого отличия от существующих моделей GPS. Я думаю, все-таки сделали, чтобы, ну, не одинаковые часы были, а хоть как-то по-разному, и потребитель выбирал то, что ему нужно. Синевы, я считаю, осталось столько же, все действительно блестит, красиво, тот же безель граненый, заводная головка граненая, но уже без синей такой вставочки. Просто на светлом фоне вы видите волну. Циферблат мы с вами рассмотрели, давайте посмотрим поближе на браслет. Он остался таким же, все тот же сложный, состоящий из кучи кусочков браслет, очень красивый и опять же восхитительный, сложный. Классная полировка, выглядит, конечно, здорово. Где вы еще такое видели? Я, честно говоря, нигде не видел. Застежка то же самое, старая. Системы быстрого удлинения здесь нет, как ни старайся. Вот он штифт, он держит браслет и ничего здесь нет. Но почему так? Потому что часы элегантные, друзья. Поэтому я считаю так, и я считаю это правильно. Задняя крышка здесь особо смотреть не на что. Все то же самое, что, собственно, может быть на ней-то на самом деле новое. Часы все так же имеют выпуклый сапфир. Он немного добавляет часам толщины. Также это такие скошенные боковинки. Корпус, по сути, он остался точно таким же. Изменили именно дизайн циферблата. Раз мы плавно подошли к размерам, давайте я вам расскажу, что диаметр стекла здесь составляет, точнее, не стекла, а диаметр циферблата вот без часовых поясов. Так вот, диаметр циферблата составляет 29,5 сантиметров. Стекло уже полностью, это аж 37,5 миллиметров. По безелю 40,2, заводной головкой полностью со всеми боковинками вот этими 45 миллиметров, высота 48 миллиметров и толщина с выпуклостью стекла 10,6, то есть без выпуклости это примерно 9 миллиметров, что делают эти часы очень тонкими и визуально действительно тонкие. На руке толщины, конечно же, никакой сантиметровой не ощущается. И давайте немного пробежимся по функционалу. Функционал очень похож на предыдущую серию. Мы можем с вами переключаться между функциями нажатием на левую кнопочку. Вот первое нажатие запускает функцию секундомера. Значит, на правую кнопку мы ее включаем, секундомер пошел, останавливаем и на нижнюю сбрасываем. Следующее нажатие нас возвращает в день недели. Сегодня, кстати, четверг, да, четверг он показывает, все правильно. По функционалу здесь нет ни будильников, ничего подобного. Здесь есть только мировое время, секундомер, вечный календарь, солнечное питание, конечно же, синхронизация, радиосинхронизация мировая, мультибенд 6. И все, часы в плане функционала, по сути, усеченные, но, ребят, те, кто покупает эти часы, им не нужны ни будильник, ни таймер, ни что там, GPS какой-нибудь. Эти часы покупаются исключительно из-за дизайна, из-за красоты. Очень и очень, опять же повторюсь, волшебные красивые часы. Мировое время вы видите на 3 часах. Как мы его настроим?
Выдвигаем заводную головку на один щелчок. Секундная стрелка показывает UTS, UTS, да, это время по Гринвичу. И мы с вами можем, вот, пожалуйста, двигая секунду, переключая часовые пояса, можем поставить, к примеру, время Москвы. Вторым щелчком заводной головки мы уже с вами настроим время непосредственно на основном циферблате. Пожалуйста, сейчас мы видим с вами Токио. Часы приехали из Японии, как и все японцы, Casio, Oceanus. И также давайте поставим, к примеру, время Москвы. Задвигаем заводную головку, все, встало время Москвы. Вы можете его даже сравнить с двумя циферблатами, они одинаковые. Вопрос такой, можно ли перевести быстрое время между мировым временем и основным? Да, можно. И для наглядности давайте мы с вами изменим мировое время, к примеру, на время Токио. Переключаемся на Токио. Так. Задвигаем заводную головку. Часы идут, показывает мировое время Токио, основное Москва. Нажимаем правую кнопочку, правую, и держим ее. Смотрите, время перевелось. Сначала на одном циферблате и теперь на другом. Все, таким быстрым образом мы с вами можем перевести время мировое и основное. Очень удобно, особенно в поездках, либо кто просто работает с каким-то другим часовым поясом и хочет, чтобы основное время, пусть даже ненадолго, было именно время не родное. Давайте немного поговорим о циферблате. Он здесь, по сути, 3D, очень красивые метки, они изогнутые, цифра 12 прям выделяется, остальные метки тоже изогнутые. И цифра 12 на мировом циферблате, она не изогнутая, она как бы немного приподнята, что ли, да, и очень хорошо видно. По мне, этот циферблат является одним из самых красивых вообще, что я видел на рынке. Эти часы я очень долго не решался заказать, буквально полтора года, наверное, прошло, как модель вышла, и вот только ради вас, поскольку вы просили, я ее привез и пожалел, что раньше я ее не заказывал. Очень красивая, очень хорошая модель. Безумно, на самом деле, красивая, очень она мне понравилась. Люм здесь такой средненький, светится только минутная и часовая стрелка. Скорее всего, это сделано в угоду красоте, поскольку если бы, к примеру, где-то здесь сверху были бы капли люминофора, наверное, смотрелось бы, ну, совсем, наверное, все-таки по-деревенски, согласитесь. Вот, друзья, на этом будем заканчивать. Такие часы сейчас есть в природе: Casio Oceanus OCWS3401HGF. Красота, да и только. Советую однозначно к приобретению, если вам нужны часы красивые, без лишнего функционала, с мировым временем, с основным временем, синхронизацией и очень и очень хорошие по дизайну, по толщине и вообще необычные. Советую однозначно. Замечательная модель. В ближайшем будущем будет модель от Citizen у нас на обзоре. Немного она напоминает эти часы браслетом, но пока на этом все. Посмотрите, сравните и скажите, что вам больше понравилось. А пока на этом все. Спасибо вам за внимание. Носите хорошие часы и до новых встреч. Всем пока.